Звичка у людини виробляється 21 день. Наші ж учасники займаються уже місяць. Весь цей час ми підбадьорювали їх, підтримували і, звичайно ж, спостерігали за першими злетами і падіннями. Після першої тренування це був ужас. Що це? Куди я попала? Я взагалі представлення не мав, що це такий кросфіт. Не просто дуже складно, а ще складніше, ніж я думав. Видіжка має бути дуже велика. Дуже тяжело, фактично нереально. За перешкодами, які вони подолали. Видимо, у нас мозолі. От турніків, від всього. Немножечко плечо немножко повредил. А пугає кожна нова тренування. Слишком переактивничала. Осінь, що-то страшно, думаю, складно буде, тяжело. За змінами у їхньому житті. Якщо раніше, після кожної тренування я еле виходила, то я тепер можу передвигатися до автобуса свободно. Немножко сильніше став. Приємний бонус – це, звісно, змінення фігури. Видно результат в кожного, кожен день. Хтось знайшов для себе друзів, а хтось визначив головного суперника. Нет смысла выигрывать у слабого, всегда есть интерес выигрывать у сильного. Головне – победить себя. І найголовніше, нам стали відомі імена тих, хто завдяки своїм зусиллям продовжить участь у проєкті, і тих, хто покинув його назавжди. Дивіться уважно! З нами категорія CrossFit. Нравится направление кроссфита, мне захотелось с ребятами вместе потренироваться. Вот мы провели сегодня совместную тренировку. Я давал небольшую нагрузку, но она где-то была чуть ниже среднего. Фактически все ребята справились, ребята подготовлены, у них есть желание, они молодцы. Показал, не было тут, они ходили самостоятельно, занимались в тренажерном зале, на групповые ходили, силовые тренировки. То есть всем, что, чем располагает спортивный клуб, они и пользовались. Очень приятно, что открылся вот этот зал для кроссфита, потому что раньше я занимался на групповых занятиях и в тренажерном зале. И немножко надорвал плечо. Вот. А здесь это работа со своим весом, то есть это не надо железо таскать. А со своим весом это куда приятнее, куда легче и мобильнее себя чувствуешь. Более легче и отдохотворенней. Ощущения, конечно, классные. Эмоции. Это очень, конечно, сложное. Сложный спорт, кроссфит, выдержка должна быть очень большая. Вот. Мне очень понравилось, хорошее ощущение. Довольно-таки интересно, сложно не было, просто была групповая тренировочка. Весело было, вместе, потому что занимались, одна такая из первых. Очень понравилась тренировка, так все энергично, классно, в общем. Я до этого не занимался активно так спортом, как большинство, я так посмотрел, но чувствуется за две недели такой прилив сил, бодрячок, приятно участвовать в таком проекте и приятно заниматься, получается, своим телом. Каждое упражнение одно за другим идет, то есть минимум времени для отдыха, максимум напряжения на мышцы. То есть сначала кажется, что это простые упражнения, и вес у меня небольшой, думал, будет легко. Но когда это уже третье или четвертое упражнение подряд, уже чувствуешь напряжение в мышцах. И поэтому как бы отдельно выделить ничего не могу, весь зал выделю, потому что вот этот комплекс упражнений один за другим мне больше, больше нравится. Я бы сказал, это, наверное, все для меня новое, а как раз есть старое. Помню, в детстве любили лазить по рукоходам. Вот это старое и воспоминание. А так все остальное, и брусья. А все остальные тренажеры это для меня как новое. И ребята занимались в тренажерном зале, а тренажерный зал вот от этого бокса, кроссфитерского, функционального тренинга, отличается. Потому что здесь в функциональном тренинге применяются упражнения в разных плоскостях. То есть там те же бёрпи, да, то есть с биометрикой. В тренажерном зале это не применяется. И поэтому уже ребята столкнулись с такой сложностью, что очень много биометрики и не вот таких функциональных упражнений, которые реально тяжело. Думаю, втянутся, все хорошо будет. Самое тяжелое, наверное, все-таки на брусьях для меня в данный момент. Или лазить по канату без ног. Канат самый сложный, потому что такое непривычное занятие. Надо было подниматься со своим весом, и руки довольно-таки быстро затекают. Тяжелое, наверное, отжимание. Для меня это тяжелее всего. Лазить по канату было сложно, и приседания. Если лезть по канату, это весь ваш вес, как бы вы поднимаете самого себя. Поэтому сложно, на руки идет напряжение большое. Приседания также тяжело, как бы ноги идут,
меня травма колена, поэтому мне было сложно делать приседания. Тренер говорил, вы сами для себя делаете интервал, поэтому, в принципе, если ты сам понимаешь, распределяешь свои силы, это время зависит от тебя. Это когда будет какое-то соревнование, и на время надо сделать больше, тогда время становится страшным. А пока время не опасное. Поблажки может и делать, но где-то внутри, нам этого не говорит. Я считаю, это и правильно. Тренер должен брать движовые рукавицы и не давать нам поблажек. Иначе тогда мы расслабимся, если нам будут давать возможность отдыхать. Поэтому он держит нас в тонусе и в психологическом, и в физическом. Поэтому ему за это благодарны. Команда еще не сформировавшаяся. Им еще предстоит долгий этап для того, чтобы достичь этого командного духа. У нас еще будет две тренировки где-то пройдет, вот такие субботние. После чего будем отбирать как? Самое слабое звено будем выбирать. Да? Кто плохо готовится, кому неинтересно, кто до конца не дойдет, тому мы будем играть. На самом деле упражнений в кроссфита может быть столько, сколько или тренер, или занимающийся вообще придумает. Потому что есть, конечно, базовые упражнения, которые выполняются на соревнованиях. Но большинство людей занимается не профессионально, большинство людей занимается для себя. И поэтому используют те снаряды, те предметы, которые есть у них под руками. То есть, если вот у нас есть специализированный зал, то в этом зале можно работать на всех снарядах, можно работать в ринге, можно работать на полу, можно использовать очень много упражнений. Если нет у человека возможности ходить в зал, ну, например, или финансовых, или по времени не успевает, вышел дома во дворе, пробежался, попрыгал, если есть где отжаться, отжался, если грязно там или холодно, отжался от дерева, сделал упражнения, все возможные. То есть вот чем хороша уличная гимнастика или круговая гимнастика, как называют кроссфит, что здесь огромное количество упражнений, и все зависит от фантазии и желания. Этот проект за свою какую-то идею и хочу добиться ее. Я верю, что я смогу, поэтому я приложу все усилия, чтобы пройти дальше. Конечно, справлюсь. Я думаю, к тому моменту я буду в гораздо лучшей форме, чем сейчас нахожусь сейчас. Первый отборочный тур происходит между вами по соревнованиям по кроссфиту. Девушки сегодня не отсеиваются, девушкам повезло, потому что вас только двое участвуют, да, девушки в следующий раз отсеются. А среди парней уйдет один. Задача у вас абсолютно простая, такая же, как и будет у вас в конце на соревнованиях, то пожелать вам быть лучше, не чем вчера, а чем вы и не чем другие. В общем, желаю вам удачи. Спасибо. Все остаетесь здесь, да, и по одному туда ко мне, Дмитрий. Вперед. Да, они молодцы, они не пропускают занятия, они постоянно ходят, они соблюдают все мои требования, все диетические нормы питания. Вот, прекрасно занимаются на занятиях, никто из них не ленится. Постоянно веселый, дружный коллектив, создали свой прям сайт, там какие-то там группы ВКонтакте, какие-то постоянные там интервью. Вообще очень веселые ребята, мне безумно нравится с ними заниматься, у них очень много позитива, очень много энергии от них, отдачи, поэтому я вообще получаю огромное колоссальное удовольствие от того, что тренирую их. Как-то с ними общаюсь. Мне очень важно такое участие, как бы, потому что, во-первых, это новые знакомства, это расширение сферы круга деятельности. Как бы для меня кроссфит это было такое направление, в котором я занималась сама, самостоятельно, там, тренировала кого-то, но как бы так глубоко я в него не углублялась. Вот я начала заниматься этим проектом, я больше полюбила кроссфит, то есть для меня это расширение каких-то новых знаний, новых горизонтов. Ну, это просто очень весело, это положительные эмоции, общение. Как для тренера это прежде всего развитие, то есть и такое эмоциональное, и физическое, тоже я с ними тренируюсь и занимаюсь с ними постоянно. Некоторые из них прогрессировали очень значительно, особенно те, кто старался, те, кто прикладывал максимум усилий. Катя нас гоняет, и это видно, что мы как минимум уважаем ее время,
И мы сюда не просто так пришли позаниматься, да, мы здесь вылаживаемся на все 100%. По поводу тренировок, они совсем разные. Каждый раз у нас новые тренировки, новые упражнения. Вот как раз и кроссфит, и направление, да, оно разное. Потому что, допустим, когда ты ходишь в спортзал, ты занимаешься, допустим, весь план, и ты, он повторяется, да, может через неделю повториться. Здесь у нас повторений никаких нет. Занимаемся мы на тренировках всем. Честно скажу, вот Катя нам очень много уделяет внимания на TRX-ах, потому что это одно из таких, да, направлений силовых. Скажу, что для меня лично TRX это что-то новое, то тяжело, да. Занимаемся мы как в спортзале, так и в этих залах, везде побывали, на всех тренажерах позанимались. Видно результат в каждого, каждый день. Я занимался кроссфитом в подготовительном варианте для единоборств. Я занимался кудо. Здесь я много чего для себя узнал. Екатерина всегда отвечает на вопросы по питанию, ну, по всему чему угодно. Было сначала сложно, но потом как бы постепенно начал хорошо питаться, заниматься 3 раза в неделю. Ну и сейчас чувствую себя уже готовым к этому комплексу. Я думаю, главное, чтобы каждый из нас выложился на свой максимум. Как бы победы, если заниматься постоянно, они рано или поздно приходят. Если ты занимаешься, ходишь постоянно, да, будут проигрыши, это без них никак. Но рано или поздно ты победишь. Мое мнение, главное победить себя. Себя оторвать с дивана, оторвать, когда снег, дождь, всегда это сложно. Трудно, но на деле оказалось еще в 100 раз сложнее, и поэтому могу сказать, что всем, кто не пробовал, что это со стороны может быть выглядит очень легко, когда кто-то делает другой, кто умеет, но если вы сами сделаете, то наверняка для вас это будет трудно, потому что ну, со стороны всегда легко, когда не делаешь сам. Слабое место, у меня сбивается дыхание, мне нужно дыханием работать, наверное, прежде всего, так, ну и на стилой воде я, в принципе, стараюсь побороть себя, но не всегда получается. Значит, ребята, я вас всех поздравляю с отборочным туром. Вы вообще все большие молодцы, все, несмотря на ваши результаты, несмотря на то, как вы это делали, как вам было тяжело, как вам было легко. Вообще, уже то, что вы пришли на этот проект, это уже просто прекрасно, что вы что-то хотите себе доказать, доказать окружающим, доказать своим близким. Но прежде всего, докажите себе, да, что вы что-то можете в спортивной теме, что-то развить в себе, какие-то качества, силы, воли и так далее. Скорости реакции и так далее, какие хотите. Значит, по итогам соревнования, самый у нас быстрый был это Сергей, да? Ты сделал весь огромный сет за 18 минут 58 секунд. Значит, твои, ты знаешь, недостатки, да? Знаешь. Значит, в втором месте у нас Евгений. Третье место у нас занимает Дима. Да? Дима, 21 минута 13 секунд. Значит, ты свои минусы знаешь. Это брусья. Да? Все в беге, в подтягиваниях, все прекрасно. Подтягивания тоже надо поработать, но все прекрасно. Последнее, четвертое место, Дмитрий. 27 минут 33 секунды. Но Дмитрий у нас больше хотел что сделать? Похудеть. Ты похудел у нас? На сколько? Не знаю, но похудел. Все мы это прекрасно видим, так что ты молодец, вот. Но, к сожалению, по итогам, да, ты понимаешь, 27 минут не вписывается в данные рамки, поэтому мы с тобой прощаемся. У нас прошел месяц тренировок. У нас сегодня всех нет, но я надеюсь, вы им передадите, мы им позвоним, расскажем. Вот, мы проводили контрольные замеры, бегали, прыгали с вами, поднимали штангу. Вот некоторые из вас даже не имели представления, что такое является кроссфит. Вы уже теперь имеете представление. Теперь мы вас ждем у нас на тренировках. Если вам все понравилось, конечно, будем рады вас видеть. Значит, смотрите, следующая ситуация. У нас должны вылететь 2 человека из нашей группы из 7. Мы с Артуром пообщались с нашей администрацией, вот, и попросили их оставить вас всех
на тренировках, чтобы вас никуда не выбрасывали, и вы продолжали заниматься дальше до конца проекта. Нам администрация пошла на встречу, вот, и мы вас поздравляем, вы остаетесь в проекте до конца. Вы знаете, когда я пришел на проект, я вообще представления не имел, что это такой кроссфит. Вот. Но мне очень понравилось, вот уже месяц тренируемся. Я добился неплохих результатов. У меня хорошо с бегом начало получаться. Вот до этого я никогда не бегал. У меня хорошо начало получаться, выносливость вот увеличилась. Ну, больше подтягиваний делаю. Как бы уже могу работать с большим весом. Стараемся тренироваться всей группой, но наш тренер все-таки больше смотрит на индивидуальное, потому что каждый человек все-таки делает разное количество повторений, может сделать с разным грузом. Вот. Он на все это смотрит и делает нам программу. Тренер, отличный тренер. К каждому подходит свой индивидуальный подход. Тут разные, кто-то меньше делает, кто-то больше, у кого-то силы больше, у кого-то меньше. То есть все люди разные. Физически начал лучше все получаться, конечно, технику объяснили и морально. То есть начал уже понимать, что я могу. То есть главное, морально понять, что ты можешь не сдаваться. И вот это вот меня поддерживает. Каждый день, когда ходишь на тренировку, бывает, когда ходишь, идешь там, о, сегодня что-то страшно, думаю, сложно будет, тяжело. Ну, ты морально себя пересилишь, но надо это сделать, чтобы доказать, что я смогу это сделать. Внутренний настрой желания. Без желания ты ничего не достигнешь, ничего не сможешь сделать. То есть даже если будут у тебя какие-то физические данные, там, ты будешь ленивым сидеть на диване, там, о, да я сегодня не пойду на тренировку, могу дома посидеть. То есть никуда от этого не деться. Нужно ходить и желание. Главное – желание. Кроссфит сам по себе – это очень энергозатратный комплекс тренировок. То есть здесь нужно действительно пахать, не побоюсь этого слова, действительно нужно пахать и тренироваться. Здесь филонить не получается. Плюс, естественно, под нашим чутким руководством они добиваются, скажем так, очень-очень приличных результатов. Пришли они все разные у нас. Разные возможности, учитывая, опять же, спортивный опыт предыдущий. Совершенно разные возможности, но что я могу выделить, это то, что все очень упорные. Честно говоря, даже не ожидал. То есть думал, придут такие вот какие-то люди, которым там интересно. Просто сам факт участия в какой-то акции, но работать как бы над собой, по моему тренерскому опыту, думал, что не будет. Но хорошо, что я ошибся в этом плане. Такая приятная ошибка очень. Все, без исключения, все стараются, независимо от того, опять же, насколько какой уровень. Это самое главное. Последний момент регистрировалась, в самый-самый последний день, пришла еще в обеденный перерыв, это было ужасно. Я просила, чтобы меня зарегистрировали, написала анкету, спонтанно это получилось, я решила, что это кроссфит, потом уже узнала, что это такое, но я понимала, что это какие-то физические упражнения, которые помогут мне как-то совершенствоваться. Теоретически знал, в чем суть кроссфита, но нам здесь показали и на практике мы отработали все, узнали, какие есть упражнения, как это в жизни, и понял, что это не так уж и просто. На первых тренировках, конечно, было тяжело, не привыкли к такой интенсивности, но в итоге с каждой тренировкой наши силы росли, повышалась выносливость, и поэтому сейчас пытаемся выполнять все, что нам говорят. Два тренера, Олег и Михаил. Вот, но они нас готовят на хорошем уровне, то есть они специалисты своего дела, и мы стараемся соответствовать и делать все, что они говорят, потому что доверяем, и мы знаем, что плохому они нас не научат. Очень нравится команда профессионалов, которые с нами работают. Они делают, по-моему, невозможное, потому что ты с каждым разом приходишь все более и более с желанием двигаться вперед, делать что-то новое для себя. Поэтому я хочу сказать им отдельное спасибо за это. Тренировки все разные, то есть мы стараемся в этом плане придерживаться духа кроссфита, то есть максимальное разнообразие. Стараемся планировать тренировки, чтобы даже разминка была разная. То есть различные упражнения, варианты упражнений, воркауты обязательно разные. То есть все разное, то есть одинакового нет ничего у нас, по крайней мере стараемся это делать. В принципе, когда вот с первой тренировки, у нас каждый раз тренировки усложняются. То есть можно почувствовать и свой личный прогресс, и прогресс того, как, насколько ты больше можешь сделать. Вот. Были первые соревнования у нас в клубе. Тренировка проходила как обычно. Сначала была разминка, маленький воркаут, чтобы разогреться. И потом сами соревнования.
Вот, ну, по-моему, отработал нормально, закончил первым. Все стараются, и поэтому же, именно поэтому было, не хотелось расставаться с участником, потому что, опять же, скажем, месяца очень мало для того, чтобы, если люди с разным уровнем пришли, чтобы хотя бы он сравнялся. Это, в принципе, ничего. Но потому что мы видим, что все очень хотят тренироваться, стараются, прикладывают максимум усилий. Поэтому мы именно решили, что оставить, и до конца проекта будем идти одной командой. Сегодня ровно месяц, как мы с вами встретились первый раз в стенах нашего клуба. Поэтому, я думаю, можно поаплодировать. И сегодня, конечно же, мы подведем такой небольшой итог. Хочется, чтобы вас это воодушевило еще больше, вас это обрадовало, чтобы вас это еще больше смотивировало на новые успехи, на новые достижения, чего вам, собственно говоря, и желаем. За этот короткий период появился небольшой, но прогресс, да. Это отражается как, ну, в фигуре и вот в силе, в выносливости. То есть первые результаты уже видно. У тебя четкая программа, у тебя есть группа единомышленников с тобой, которые делают то же самое, которым также плохо, больно, но они выходят потом с улыбкой из зала, то это мотивирует, настраивает на позитивный лад. Тренера постоянно общаются, здесь постоянно проходят тренинги, на которых нас мотивируют, то есть чтобы во всех областях жизни все было хорошо, то есть не только спорт, но и как вы думаете в оставшееся время и так далее. Если с первых тренировок, ну, выползали из зала, даже тут не выходили, все болело, крепатура была вот 2-3 дня, и не успевали проходить боль в мышцах, была уже следующая тренировка, вот. То чем дальше, тем проще, тем меньше крепатуры, визуально видишь изменения и так далее. Тренировки у нас абсолютно разные каждый раз, то есть у нас есть определенные такие силовые комплексы, можно сказать, и каждый раз они разные. То есть мы минуту делаем какое-то одно упражнение, потом минуту и какое-то другое, и так каждый раз все новое и новое, потом между этими промежутками еще минуту отдыхаем. То есть такое разнообразие, то есть тренировок одинаковых нет. Можно сказать, грубо говоря, новый этап какой-то жизни, потому как-то до этого я не занималась таким. На самом деле очень много, они регулярно меняются, то есть у нас есть комплексы, они проходят достаточно трудоемкие для новичков, но мы вот как бы уже втягиваемся, есть такое вот разнообразие в моменте тренировок, то есть силовая часть на выносливость, кардионагрузка. Я помню, первая наша тренировка кроссфит, это вот такие напуганные глаза, конечно же, это мы все на друг друга смотрим, так переглядываемся, что кто ничего не умеет, никто ничего не знает, вот, как бы страшно, понятное дело. Сейчас мы бежим вперед паровоза, как бы это очень нравится, прогресс большой, намного больше сил стало, намного больше энергии, очень как легко уже делать многие упражнения, как бы можно повышать вес, можно еще повышать количество повторений, как бы. Так что прогресс налицо. И плюс еще приятный бонус – это, конечно, изменение фигуры. У нас даже нет такой возможности там подумать, что вот я не хочу сюда, потому что я вот даже думаю, там, ну, даже, может, допустилась я такую мысль, там, ну ладно, там тренировка как-то не хочется. И в то же время я вспоминаю, что вечером тренинг, там общение, куча людей, куча как бы эмоций. Интересно, в любом случае, я говорю, даже если не хочешь на тренировку, ты несешься сюда, чтобы прийти на этот тренинг, ну, как бы не исключая тренировки. Все, что не спросишь, тебе пытаются здесь помочь, как бы помощь никогда не отказывает, всегда посоветуют, то есть мы чувствуем, что мы здесь не одни, то есть не брошенные, а обязательно кто-то посоветует, и даже если не спросишь, они смотрят со стороны и подойдут, обязательно помогут. Участники, кстати, молодцы, в том плане, что они не пренебрегают советам. Доверительные отношения сложились, и они доверяют все и все рекомендации, которые они выполняют, советуются. Что хорошо, что они советуются всегда. Достаточно сильно сдружились, все очень позитивные люди, открытые.
Конкуренции никакой нет, несмотря на то, что должна быть соревновательная часть, но мы все друзья, мы все, так как мы в одно время ходим, то мы друг друга поддерживаем, общаемся, нас тренинги очень сближают, поэтому я не знаю, как в других фитнес-клубах, насколько это есть, но вот в Унифекте у нас с этим очень хорошо. Достижениях всегда приятно говорить, и мне есть что сказать, потому что вот кумулятивный эффект, общий эффект на занятиях именно кроссфитом виден сразу, виден быстро. Вот этот первый базовый прирост, после того, как практически с нуля, ничего не умея, ничего не зная, через месяц мы получаем практически подготовленных людей уже к соревнованиям. Бицепсы, где и как находятся, к сожалению, не знала. Стыд и позор. После первой тренировки это был ужас, что это и куда я попала. Но то, что атрофировались все мышцы, я думаю, нет, надо себя подстегнуть и идти вперед. И уже на третьей неделе я себя чувствую здесь лучше. Я занимаюсь уже месяц, даже больше. И действительно, мне это нравится. Говорят, надо заниматься 21 день, чтобы это вошло в привычку. Действительно, вошло в привычку, я не откладываю, не отменяю тренировки. И насчет того, что нравится, нравится превозмогать себя из раза в раз. Причем, как тренер говорит, и как я сама чувствую, я действительно улучшила свои результаты. Это говорят еще и весы, плюс ко всему остальному. А также мне нравится каждый раз добиваться успеха, добиваться каких-то результатов, которые ранее мне были просто недоступны. Вначале, конечно, казалось, что кроссфит – это очень тяжело, фактически нереально. Но сейчас мы уже постепенно входим в форму и с каждым разом все ближе и ближе знакомимся с нормативами кроссфита. И с каждым днем улучшается наша спортивная форма, поэтому кроссфит нам все больше и больше нравится и становится все интереснее. Сейчас мы находимся на той стадии, когда особое значение приобретает контроль. Оперативный контроль на занятии, текущий контроль. То есть нам нужно понять, насколько глубоко мы продвинулись, как мы сможем выступить. Это и медико-биологический, и контроль за физическим состоянием на тренировке, и контроль техники. В общем, работы много, разные, самые разнообразные. Но все это проходит у нас душевно, с интересом. И вообще, стоит сказать, что это прекрасно, когда ты любишь то, что делаешь, и делаешь то, что любишь. Бывает каждая новая тренировка, потому что это новые какие-то нагрузки, но это в хорошем смысле из двух, так сказать. Мы делаем как связки кроссфитерские, так и упражнения, которые делаем на тренажерах для того, чтобы просто укрепить мышцы, развить их, развить силу, скорость. Каждый раз что-то новое, что-то разное. Раньше совершенно не получались отжимания, сейчас уже лучше, но не настолько хорошо, как хотелось бы. Я надеюсь, в дальнейшем это все мы исправим. Иногда бывает настроение, когда кажется, да нет, ну куда, ну хочется спать, ну работа, ну устал, но при этом понимаешь, насколько хочется, и ты приходишь, хватает секунды находиться в тренажерном зале для того, чтобы понять, что это то, чего хочется. Если раньше после каждой тренировки я еле выходила, то я теперь могу передвигаться до автобуса свободно. Тренер великолепен, дает то, что по силам, и видит, что по силам, не жалеет в меру надобности. Внимательный, заботливый, каждый раз у нас что-то новое, что-то интересное, он показывает нам массу новых упражнений, поэтому нам никогда с ним не бывает скучно. Мне бы не хотелось потерять никого из этой группы. Все люди, каждый, кто сюда пришел, смог преодолеть барьер и смог научиться уже достаточно многому. И мне кажется, наступает сейчас переломный момент, когда тот, кто был слабее, вполне может догнать и перегнать своего соперника, которому он значительно уступал в начале. Естественно, есть кто-то лучше, кто-то хуже. Поскольку раньше я занималась спортом посредственно, возможно, кто-то хуже – это я. Это изначально. На данном этапе я чувствую, что я догоняю результаты. Причем дух конкуренции нет, и он не чувствуется. Я его не чувствую. На каждую тренировку прихожу с радостью и жду следующей уже после окончания предыдущей.
начинается борьба. Спортивная борьба. А это всегда захватывающе, интересно, эмоционально.